За минувшую неделю в Калининградской области выявлено почти полсотни нарушений в сфере пассажирских перевозок. В Калининградской области за неделю сотрудники госавтоинспекции провели 19 проверок в сфере пассажирских перевозок, в ходе которых проверено более сотни автобусов. В отношении 24 водителей были составлены административные материалы. Также выявлено 2 автобуса с несвоевременным проведением технического осмотра. В отношении должностных лиц выявлено 4 нарушения. Также 3 автобуса выявлено с техническими неисправностями. Госавтоинспекция Калининградской области напоминает владельцам и сотрудникам автотранспортных предприятий о необходимости соблюдения действующего законодательства, а также правил дорожного движения.